մով եւ նաեւ հումանիտար բավականին ավետալի վիճակի այսօր. Ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация в Карабахе катастрофическая. И власти Армении умыли руки от Карабаха. Об этом в беседе с Past.info, оценивая ситуацию в Карабахе, заявил глава фракции Аястан, бывший министр обороны Сейран Аганян. Կամ ինչ-որ իրենց համար կարևոր կետերի զբաղեցնող խնդիրներում համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ По словам бывшего министра обороны, целью противника является захват важных высот, дорог, стратегических точек, чтобы получить территориальное преимущество и в будущем оказать давление на Армению и Карабах. Իսկ մեր իշխանությունները դրա մասին լռում են։ Стратегически их цель – изгнать армян из Карабаха. Есть несколько документов, которые правительство Армении не воспринимает всерьез. Например, Шушинская декларация, которая является предварительным условием армяно-турецких отношений. Также говорится о 5 предусловиях Азербайджана, которые касаются признания территориальной целостности и установления мира. Фактически можно сказать, что Карабах остается в составе Азербайджана, и власти Армении на это никак не реагируют. Я много раз говорил, что власти Армении не в состоянии определить приоритеты, которые сегодня являются приоритетными для нашего народа. Это безопасность Армении и Карабаха, наших границ, скорейшее восстановление боеспособности армии. Вместо этого они заняты служением узким государственным интересам, сказал бывший министр обороны. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.